17 мая. Николай Зиновьев родился 17 мая 1945 года. В семье творческих людей. Его отец был режиссером, а мать – пианисткой. Окончил факультет журналистики. Самую первую песню на стихи Зиновьева «Полет на дельтаплане» в 82 году исполнил Валерий Леонтьев. Николай Николаевич известен по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Лоры Квинт. Эти песни звучат в исполнении многих российских звезд эстрады. Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен. Актриса Екатерина Редникова тоже родилась 17 мая. Окончила Российскую академию театрального искусства. В кино актриса дебютировала в 90-м году прошлого века в социальной драме «Уроки в конце весны». Затем были роли в картинах «Бездна», «Риск без контракта» и «Дьявольская симфония». Известность Екатерине Редниковой принесла роль горничной Насти в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка». А широкой популярностью она обязана фильму Павла Чухрая «Вор». За свою работу в этой картине актриса была отмечена премией «Ника» за лучшую женскую роль. А сам фильм был номинирован на «Оскара».